Я так подозреваю, хозяин, нет? Территориальный управляющий. Сидим. Вот позвонили, надо сказать, что что-то загорелось. Приехали. Во сколько позвонили? В полседьмого. Угу. Позвонили, без 20, мы были уже здесь, были пожарные расчеты и все остальное. Горел двор из-за того, что видел людей, которые проходили мимо, и там что-то подожгли. А у вас есть какие предположения, что кто-то поджег, это умышленное? Я не думаю, что это умышленно. Возможно, как-то пьяные какие-то шли и там меня бросили что-то, и от этого все сплохнуло. Ну, я не думаю, что какие-то конкуренты, но зачем? Будете восстанавливаться или будете закрываться по нынешним вот событиям политики Родины и так далее? Ну, как мы работать в таких условиях не можем, надо закрываться и делать ремонт, после этого работать. Ну, то есть уходить с рынка не будете, с вайнером отсюда? Ну, пока нет таких мыслей. Вайнер хорошее место, нас люди любят, гости к нам приходят, поэтому в кратчайшие сроки мы приведем порядок и опять откроемся.